Черт возьми, неужели я подлетаю к центру галактики? Наконец-то! А, нет, тупик! Ну что же, всем привет, дорогие друзья, с вами Арма, сегодня мы продолжим играть в игру по названием Спор Космические Приключения, и, как вы помните, в прошлый раз мы остановились на том, что совершили себе просто охренительный апгрейд, не знаю, там купили охренительную штуковину, и это был мега лазер, да, действительно, это та самая штука, которая самая лучшая из лазеров, это та самая штука, которая может реально потягаться даже с Гроксами, и сейчас у вас, наверное, возникает такой вопрос: какого черта ты около центра галактики, что с тобой происходит, откуда у тебя 928 тысяч спорлингов? Я вам отвечу, дело в том, что я тут решил немного поиграть без съемок и попробовал немножечко провести путь к центру галактики. То есть у меня вроде что-то даже получается. Я тут для подстраховки даже 3 колонии купил, 2 уже поставил. Вот я в одной из них сейчас стою. Одна находится чуть выше нас. Вот, можете сами посмотреть. И 3-я сейчас у меня в инвентаре. Они нужны для того, чтобы если я умер, я появился в этой самой колонии. И вот, видите все эти фиолетовые линии? Это все те линии, которые я пытался, как бы, знаете, провести к центру галактики. То есть это наш путь. Вот, и сейчас я пытаюсь пролететь к центру, потому что, в принципе, остается совсем немного, но проблема в том, то, что я могу летать всего сейчас на 4 пока максимум, насколько я знаю. Если я пролечу совсем немного сейчас, я смогу летать всего лишь на 3 пока максимум, и это будет реально самый-самый вообще ужас, потому что Гроксы вообще везде, ты ничего не успеваешь делать, заряжаться не успеваешь, не знаю, батарейки хавать тоже никаким образом не получается, ну, не знаю, тут, наверное, надо просто дикое терпение иметь, либо охренительные ремонтные наборы, да, без них вообще никуда, но охренительных ремонтных наборов у меня нету, поэтому прямо сейчас мы полетим к центру галактики прямо вот, не знаю, натощак. Фу, ну вот я как бы тут летел здесь, что-то даже получалось, поэтому давайте попробуем как раз туда и полететь. Во, видите, да, видите, я уже могу летать максимум на 3 ПК. Начинаются проблемы, я не знаю, как я сейчас до туда долечу. Хотя, подождите, нет, я вижу звездную систему. Не-не-не-не-не-не, все, походу мне трындец, у меня 2800 хп, хотя я могу ремонтный набор схавать. О, у меня все получается, я вообще молодец, у меня все получится. Рома, давай, я просто сейчас тебя пытаюсь как-то успокоить, я должен... Пожалуйста. Походу, у меня начинает получаться. Ай-яй-яй-яй-яй. Неужели я долечу? Ну давай, нет, я здесь не могу прилететь. Ну, Рома! Рома, придурок! Рома, придурок! Ха-ха-ха, у меня там почти получилось. Ну, ё-моё. Да, тут вообще срочно нужны ремонтные наборы, иначе вообще, по-моему, никаким образом. Итак, попытка номер 2. На данный момент я не смог ее вам показать, потому что она была, скажем так, не совсем ахти. Но весь прикол в том, что я практически прилетел к центру галактики. И я сейчас нахожусь на свободной планете. Дело в том, что у меня практически закончились ремонтные наборы. Остался всего один, и у меня есть колония. Я обязательно ее должен поставить. Все, я ее поставил. Мне нужно срочно подзарядиться, отремонтироваться. 320 жизней у меня, и за мной гонятся Гроксы. А ну, валите отсюда! Все. Фух, ничего себе, похоже, от Гроксов не стоит ожидать пощады, капитан. Мы одобряем твой героизм. Ладно, но я вообще ничего не сделал. Итак, в общем, прямо сейчас я у них купил себе еще 5 ремонтных наборов. Я надеюсь, что этого будет достаточно хотя бы на, ну не знаю, короткий срок. Да, в принципе, на большой-то это вряд ли хватит. И что? Что? Гроксы, а ну не летайте за мной. Капец, 2600 оставили, ну что такое, еще давайте ремонт. Я пока вообще не долечу до центра галактики, я буду тратить вообще все деньги. Во, видали, да, центр как близко? То есть я, получается, начинал вот отсюда, а сейчас я здесь. Просто мне, не знаю, не получилось показать вам все это дело, потому что у меня на паузе стояло видео, а так как я очень часто кликал, я паузу не успел отжать. Да, извиняюсь. Ну и давайте попробуем, я не знаю, получится у нас или нет. Пойди вот здесь, вот тут начинается какая-то пропасть. Не сможем долететь. Вот здесь, смотрите, мы можем пролететь. У меня сейчас фул хп. Окей, попытаемся. Давай, Ромочка, Ромочка, пожалуйста, у тебя все получится. Да, как я и говорил, здесь нельзя пролететь, но здесь можно. Черт возьми, неужели я подлетаю к центру галактики? Наконец-то! А, нет, тупик! И я вас всех могу поздравить! Это ж черт подери центр галактики, я не умею петь. Ха-ха-ха-ха. Центр галактики, приветусики, чувак, вообще давно тебя искал. Ой, что? Ой-ой-ой. Хотят со мной тут кто-то поговорить. Приветствую тебя, друг мой. Твой путь был очень долгим и совсем непростым. Тебе довольно... А, черт подери, как же ты быстро говоришь. Лишь единицы из них доберутся сюда. А ты благодаря своим героическим усилиям уже здесь. Ты заслуживаешь того, чтобы вступить на новый уровень развития. Вселенная, в которой ты живешь, лишь одна из множества. Существует бесчетное количество других там вселенных. О боже мой, теперь твоя слава не ограничивается размерами этой галактики. Настало время стать одним из нас.
одним из нас. Ладно, ладно, шучу. Не все так страшно. Нет, правда, у тебя все впереди. Все самое-самое лучшее. Ты спросишь, а кто это говорит? А я с удовольствием тебе отвечу. Так. Его, знаете, моя озвучка и его озвучка немного запаздывают. И это тот самый... Понятно. Меня зовут Стив. Теперь тебе дарована великая сила. Да-да, сила с большой буквы. Сила создавать разумную жизнь и сеять просвещение. Используй ее с умом. И тогда однажды мы все станем единым целым. Ну, это я так, образно. В переносном смысле. Ах да, вот еще что. Мы тут заканчиваем кое-какие переговоры и уже почти прикупили себе одну крупную звездную систему. Солнце называется... собственно, приходи, да. Планета третья по счету от звезды. Это Земля, если кто не знает. Хе-хе, отсылочка, отсылочка к Земле. У-ху-ху. Получен инструмент материя жизни. Спасибо тебе большое, Стив. Еее, мы долетели до центра галактики и нам дали супер-пупер предмет. О, да. Господи, как я счастлив. Мы долетели до центра галактики. Какая это серия? 11-я, да? На 11-й серии к центру галактики. Это же вообще просто капец. Так. Все, мы типа улетаем отсюда, да? Ну, мы же улетаем. Ну, выпустите меня. Ой, спасибо большое. Ой, как хорошо! Хорошо! А как мне отсюда теперь уйти? Мам, выпусти меня, черт. Мне дали посох жизни, позволяет мгновенно сбалансировать экосистему на выбранной планете. О, черт возьми, это супер-пупер круто. Но, как вы понимаете, мне сейчас самое главное, это, наверное, полететь домой. Для этого мы воспользуемся нашей супер-пупер силой. Это возврат домой, как-таки не странно. Давай вот, обратный билет используем. И сейчас мы, получается, полетим далеко-далеко к себе домой, опять же. Все, привет, Мирастис, давно тебя не видел, я уже заскучался. Вот заскучал тут, что у тебя продается. И, блин, я до сих пор просто, знаете, я просто шокирован. 11-я серия, мы долетели до центра галактики. Кстати, смотрите, у нас тут пока не снимал, появились те самые чуваки, которых я развивал с помощью монолита. Они почему-то приобрели цвет розовых, тех самых, кого я уничтожил до этого. Ну да ладно, в принципе, пусть. Самое главное то, что они меня уважают. 48 уважения. Ну что ж, что у вас тут продается-то? Ой-ой-ой, большая грузоподъемность. Далее, ремонтные наборы обязательно покупаю. И, конечно, желтую пряность обязательно продаю. Итак, получается, наша самая главная задача на данный момент осталась только одна. Это подружиться с Гроксами. Как я это буду делать? Ну, скорее всего, дружиться с ними... Блин, как-то глупо звучит. Ну, то есть, да, я буду выполнять их задания, я буду давать им деньги, коих у меня сейчас пока что нету, и вот тут-то как бы начинается квест. Нам нужно накопить деньги, нам надо будет купить охрененную штуку под названием гигадетонатор. Если кто не знает, что это такое, то это штука, которая позволяет ломать планеты. Вообще всю планету можно разорвать с помощью гигадетонатора. Это как бы не супер-пупер плохо. Дело в том, что Гроксы как раз-таки любят этот самый гигадетонатор, и если этот предмет заюзать на какой-нибудь соседней планете с Гроксами, то Гроксы такие... Иди расцелую, и будут меня любить. В то время как другие империи будут, наоборот, меня ненавидеть. Да, ну, я не знаю, Гроксы любят гигадетонаторы, другие не любят. Но нам-то самое главное важно мнение Гроксов, поэтому надо купить. Сам гигадетонатор стоит, по-моему, 5 миллионов. Его можно купить только на своей родной планете. И это будет доступно только после какой-то там ачивки, которая называется... Да хрен знает. Вот, милитарист, да? Чтобы получить знак отличия милитариста, развяжите не менее 3 войн. По идее, сейчас мы идем всего лишь ко 2 уровню милитариста. Если мы разовьем, по-моему, 5 уровень, то тогда нам и дадут этот самый гигадетонатор. Но к этой самой ачивке 5 уровня, как вы понимаете, мне еще далеко. И на самом-то деле, знаете, что я прямо сейчас делаю? Во-первых, я тут как бы защищусь, какого черта на меня тут напали. И во-вторых, я, скорее всего, сейчас в интернете сверю информацию. А какой все-таки вообще нужен значок, чтобы получить этот самый гигадетонатор? Короче, я посмотрел в интернете, какие все-таки ачивки нужны, и понял то, что милитарист это все-таки не то, что нам нужно. Нам нужна одна из 2 ачивок. То есть, либо та можно прокачать. И смотрите, это либо завоеватель, либо колонист. Все нужны 5 уровня. То есть, серьезно, на данный момент у меня завоеватель 3 уровня, а колонист, получается, 2. Я думаю, то, что легче все-таки прокачать колонист, потому что, смотрите, здесь нужно построить не менее 50 зданий в колониях. Это без проблем, ну серьезно, просто строить здание. Но в завоевателе у нас уже реально 3 уровень, и тут нужно захватывать планеты. Захватите не менее 20 планет на данный момент. Черт подери. Может быть, реально пойти захватить? Хм, я даже вот не знаю. Вот смотрите, сиреневые, слушайте, у вас, по идее, там терраиндекса 0, да? А почему бы на вас не напасть?
Попробуем сейчас захватить еще одну. Но перед тем, как я все-таки продолжу, я, наверное, знаете, что сделаю? Возьму союзников себе. Так, дайте мне свой один корабль. Далее летим к коричневым. У коричневых тоже довольно-таки неплохая империя. Ну и, конечно же, третий союзник, которого я взял, был бирюзовый. Вот это реально вещь. Вот прямо у меня сейчас такой флот. Мы включаем большой автобластер. И сейчас мы будем нападать на того, кто меня особо не любит. А вот, кстати, смотрите, оранжевый. А ты меня, я смотрю, не любишь. А мне это не нравится. За то, что ты меня не любишь, я, пожалуй, полностью тебя сожгу. О, начато воин 3, милитарист. Ой, да ладно, я свою мини-бомбу могу прокачать, и теперь это будет бомба. Я смогу тогда вообще все планеты очень-очень просто захватывать. А может, прямо сейчас ее купить? У меня почти 1,5 миллиона спорлингов. А пусть расцветает 1000 цветов. Поясняем метафору. Цветы — это бомбы, которые разрушают ваши города. Мы объявляем войну. Ой, слушайте, вы объявляете войну именно вот с этой планеты, да? А, у вас тут Терраиндекс 3, нет, тогда я не нападу, извините. Ладно, ладно, тогда нападем на какую-нибудь другую планетку. Все, прощайте, давайте мне мои денежки. И это уже получается какая... Это уже третья планета, ни хрена себе, как мы быстро все это дело захватываем. Давайте даже на всякий случай проверим. Да, смотрите, 16 из 20, завоеватель, захватите не менее 20 планет. Нам будет в награду обещано максимальный запас прочности и бомба с зарядом антивещества. А вот это я что-то не помню, бомба с зарядом антивещества. Окей, ладно, сейчас мы попробуем, собственно, всю эту империю истребить и как раз таки получить нашу ачивочку. Слушайте, а давайте все-таки попробуем напасть на их столицу планету. Авось получится! Вот, сейчас бомбочки вот так вот сбросим. Но что-то мне подсказывает, что мини-бомбы, конечно, это все равно не круто. Да, здесь нужны, короче, обычные бомбы. И так как у нас благодаря милитаристу открылось все это дело, мы сейчас реально пойдем себе бомбу купим. Так и быть, я потрачу денежки. И, короче, вот тогда-то все дело пойдет. Привет, бирюзовый! По-моему, вы как раз-таки продаете бомбочки, насколько я помню, да? Нет, кстати, они этим не промышляют. Зато красную пряность покупают за довольно-таки дорого. Значит, у меня этим промышляют зеленые, все верно? Короче, либо зеленые, либо коричневые. Вот 100% одна из них это военная империя. Нет, это точно не зеленые. И, кстати, зеленые ко мне почему-то относились. Начали чуть хуже. О, что за фигня? Ладно, ладно, потом как-нибудь порешаем этот вопрос. Мне сейчас главное найти себе охренительную бомбу. И нет, даже у них ее нету. Я уже на самом деле что-то отчаялся. Желтый, может быть, хотя бы у вас будет бомба. Скажите, пожалуйста. Ну, блинский, блин. Придется покупать у своей империи в 2 раза дороже. Итак, сколько здесь стоит? 800 тысяч! О, господи, мои глаза. Ай, не хочу этого видеть. Просто, я просто покупаю все. Так не хотелось даже тратить такие деньги, серьезно. Вслепую купил. Блин, осталось всего 700 косарей. Ну, блин. Ну ладно, зато благодаря всем этим сейчас прибамбасам мы сможем всех разрушать в разы быстрее. И, кстати, смотрите. Это, господи, это желтый, серьезно. Я уже желтых с оранжевыми путаю. У меня осталось, получается, из оранжевых всего лишь 2 планеты. Я не знаю, смогу ли я все-таки разрушить столицу. А была, не была, скажем так. Снова, собственно, здравствуйте. Я вам приготовил охренительные бомбочки. И нифига себе, бомбочки справляются! Офигеть! Офигеть! Блинский, блин, я обожаю эти бомбы. Ща еще вот сюда вот сбросим, просто обязательно. Ой, ловите бомбочки, вам подарок, прям вообще супер-пупер подарок. Итак, 2 города мы уже захватили, осталось всего лишь 6. Да, это, конечно, дохренище на самом деле. Но с мини-бомбой мы все равно все это дело захватывали в разы дольше. И вот, вот, уже 3-й город захвачен, капец, осталось всего лишь 5. Кстати, мне не очень нравится то, что мне написали в углу. Инопланетные захватчики напали на планету Циран. Это та самая планета, которая вырабатывает мне фиолетовую пряность. Ой-ой-ой. Что-то мне подсказывает, что напал это как раз-таки тот самый оранжевый. Ну, слушай, оранжевый, ты вообще зря это делаешь. Мне придется тебя вообще полностью истребить тогда. И осталось, кстати говоря, всего лишь 2 города. Собственно, вот они. Они находятся прямо-таки вплотную друг к другу. Ну и сейчас мы с ними вот так вот быстренько разберемся. Окей, да. Первый пошел. И 2-й городишко. Ой-ой-ой, у меня что-то это, хпшек маловато. Ай-яй-яй. И 2-й пошел. Все, захватить систему. Воин, твоя сила неоспорима. Мы оставим тебе эту звездную систему. Только сперва заключи с нами перемирие. Хорошо, я заявляю права. Слушайте, так это же получается наша 2-я планета-столица, которую мы захватили. И здесь у нас я все порушил. Ну и в принципе плевать. Я как-то не особо хочу здесь все отстраивать. Подождите-ка, чего-чего-чего? Они мне сами только что написали, чтобы я с ними заключил перемирие. И в тот же момент они все еще ко мне относятся как-то по-плохому. Вы что, придурки?
Слушайте, если вы ко мне относитесь плохо, это ваши проблемы. У них, оказывается, есть еще одна планета-столица. Чего нафиг? Да ну вас нафиг, просто идите в жопу, серьезно. Вторая планета-столица, я не выдержу уже больше. Все, что я сейчас хочу сделать, это просто защититься от вас и не париться. Уйдите с моей планеты с фиолетовой пряностью, окей? Отлично, война окончена, и здесь они разбросали немножечко пряности. Давайте мы сейчас все это дело соберем, потому что меня немножечко бесит то, как пиленькает все это дело. Вот, и после того, как мы все это дело собрали, а там еще, оказывается, не все собрали, ладно, неважно, мы обязательно, просто супер-пупер обязательно должны подзарядиться. Забираем у них абсолютно всю фиолетовую пряность, которую я хотел забрать еще давным-давно, и вы только посмотрите, что мне открылось. Поглотитель облаков и генератор облаков повышает плотность атмосферы и снижает плотность атмосферы. Если кто не понимает, то это означает то, что у меня будет бесконечный генератор засухи и бесконечный генератор атмосферы. Но стоит это все, как вы уже видели, целых 450 тысяч, хотя, по-моему, у союзников я это видел за 270 тысяч, давайте сейчас проверим. Если мне не изменяет память, то я это видел, по-моему, даже у бирюзовых. И да, это действительно так, по 270 тысяч я это просто обязательно покупаю. Да, и фиолетовые пряности, они что-то как-то покупают задешево. Нет, я обязательно должен найти за 40 тысяч, и только потом продам. Стоп, чё я вижу? На наших розовых напали какие-то хрены. Но благо, эти хрены не наши союзники. Подождите, а кто напал-то, серьезно? А, я понял, сиреневые напали. Вот твари-то, а, я вам помогу, розовые. Короче, я прилетел, и здесь никого нету. Окей, походу зря прилетел. Слушайте, а давайте прямо сейчас попробуем заюзать посох жизни. Вот, собственно, у меня есть планетка по имени Капа. На данный момент у нее тераиндекс 1. Но если мы заюзаем здесь вот этот посох жизни, вы только посмотрите, что произойдет. А произойдет просто нечто. А смотрим на тераиндекс, внимательно смотрим на тераиндекс. И он начинает. Что же он начинает? Он начинает повышаться, да? Тераиндекс? Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста, тераиндекс, не подведи меня. Да, он начинает повышаться, то есть без стрелочки просто сейчас возьмет и зеленый, та-дам! Здесь сразу же появляются животные, растения, мне ничего даже делать не нужно. И всего лишь за считанные секунды мы сделали планету тераиндекс 3, понимаете? Вообще, это просто охрененная штука под названием посох жизни. И, кстати говоря, мне только что пришло сообщение, то что сиреневые снова напали на розовых, и я даже это вижу. О май годнес, срочно нужно помочь! Не-не-не-не-не, сиреневые, не сегодня, розовые я вырастил сам, а это означает то, что я им буду помогать до конца. Конфликт с Империей Роботин подавлен. Е-е-е. И чё, вы мне тут дали хоть какой-нибудь плюсик? Помощь в развитии 50, выполнение заданий 40. Стоп, я же не выполнял у вас никаких заданий. Хотя, наверное, как раз-таки это самое выполнение заданий плюс 40, это и есть помощь. Да, окей. Фух, ладно, самую главную задачу на сегодня мы выполнили. Мы наконец-то долетели до центра галактики. Ура! Я, можно сказать, с чистой совестью могу закончить эту серию. Но пока вы не разошлись, я не забуду повторить одну очень важную вещь. Пожалуйста, не забывайте ставить лайки, потому что благодаря вашим лайкам реально появляется мотивация снимать и выкладывать спор Майнкрафт намного чаще и быстрее. Теперь, когда я уже, как я и говорил, в 10 серии прилетел, все будет действительно лучше. Я на этот раз буду выпускать чаще. Ну и вроде бы вся новость на этом заканчивается. Спасибо опять же за просмотр. Я опять же надеюсь, что вы не забудете поставить лайк. И если вы здесь впервые, то можете подписаться на канал, поставить лайк позади друзей. А с вами было Ложка и Спор. Всем удачи! Всем пока! Пока-пока-пока-пока!